Всем привет, ребята! Вы на канале Вэйл, и сегодня будем продолжать игру в Майнкрафт. Мы начинаем нашу игру. Вот наша одиночная игра и наш новый мир. Играть в выбранном мире. И это... Я вот хочу вам сказать, вот пока мы еще были не с вами, я тут сделал себе новый дом. Я перешел от нового дома. И вот, и теперь у меня другой дом на крыше. У меня есть железный меч. Сейчас мы пойдем и будем колотить. Только это, надо что-то, кажется, отойти, чтобы прыгнуть. Будем там Ой, я не на ту кнопку нажал. И... еще чуть-чуть, и я бы побежал. А то я кнопки там не нашел тогда. Ой, еще бы я сейчас свалился. Так... Идем. Там есть? В гостях. Алло, зомби, я ж тут. Ладно, буду с этого бомбить. Не понимают. Эй, зомби, я тут. Давай. Все, я открыла ему дверь. Давай, зомбачок. Ходите, я дверь открыл. Ну, я придумал вот как вот. Как она закрылась? Так. Эй, зомбачок. Опа, пошел. Идет. Я же говорил, идет. Сейчас мы его тут поймаем. А где он? Где все зомби мои? Он идет, идет. Молодец. Зомбачок, идешь. Зомби, пошли за мной. Уходи, уходите, зомби. Уходите. Отстаньте от меня. Я вам ничего такого плохого не сделал. С помощью их просто опыта набрался. Второй уровень. Так, ну где же зомби-то все? Житель, вот ты что сюда залез? Входи тогда, если надо. Ладно, можете там входить, заходить. Я пойду зомбачков убивать. Смотреть, где они. Деревню защищать, оборонять. Ну, точно с этой стороны никто не залезет, с этой вообще никто. Вот только вот с этой. И вот я за эту сторону боюсь. Опа! Мне показалось, это зомби там шел. Так, опа. Это что, тут зомби, что ли? Да, это зомби. Оказалось. Так, тут еще кто-то есть. Вот я только не помню, куда я положил факел. Ну, ладно. Так, я вообще смогу просто сделать факел, но мне верстака не хватает. Так бы сейчас был нужен. Верстак это самое то. Самая нужная вещь. По мне. Ой. А нет. Я сейчас подумал, что он туда завалился. А вот знаете, почему я вот это делаю? Я все ресурсы себе возвращаю. Они мне очень сильно нужны. Они туда упали. Бедные мои штучки. Я придумал как. Можно вернуть. Вот так вот. Разрушу заборчик и верну. Простите, жители, что пришлось у вас заборчик разрушить, который вы сами сделали. Я к нему никакого отношения не имею. Но вот только вот попался ли кто-нибудь в мою ловушку? Нет. А жаль. Эту ловушку долго делал. Ну, хотя бы сейчас жителя могу подтолкнуть туда. Ну, может быть, не надо, а то зомби... Зомби! Давай, иди сюда, зомбак. Иди сюда, я тут. Давай, зомби. Давай. Я тебе открою проход. Давай, зомбарь. Я тут. А чё не идёт ко мне? Я ничего не понимаю.
Зашел главное в дом. И все дела. А как здесь это появилось? А, вот откуда это. Ужас, я тут. И что там будет? Сейчас зомби съедят, что ли? Страшнота. Надо выбираться. Везде зомби сейчас придут. А я должен деревню спасать. Теперь. Крипер! Ужас! Я из-за себя взорвал всю, почти всю деревню, но весь дом. Ужас! А, я свой дом взорвал! Придется застраивать. Земля моя. Жаль, конечно, дом. Ужас, сколько всего развалил. Кстати, а куда это увалилось-то? Ну что, вместе с собой это взорвал? Ну, походу, да. Взял и разрушил тут много чего моего, конечно. Вот это да, пол дома разрушил, ребята, пол дома моего еще. Теперь это в яму провалилось. Ну нет, не провалилось, кажется. Но дом все уже разрушен окончательно. Ну то есть все, один у нас дом заброшенный, в него как бы лучше не ходить. Так вот, моя свекла, я сейчас наберу полно. Лишь бы жители не пришли. Не хочется, чтобы они у меня мою свеклу с картошкой отобрали. А то я потом что буду есть. Обираю, тут садят много чего. Блин, а я тоже хочу посадить что-нибудь хотя бы. Так, это мои... Нет, семена пшеницы. Пшеницы. Там тоже пшенички полно. Посадим. А вкуснятина. Так, это у нас семена свеклы. Ой, это не надо выбрасывать. Это мне еще может быть что-то пригодится. Свекла. Ой, там еще один криперона. Ну что, криперон, как тебе? Мой облик? Ну, молодец, крипероночка. Молодец. Ты мне в труде помогаешь. Ребята, Криперон ваш друг по взрыванию блоков. Он вам, если что, в шахте поможет. Интересно вот. А как еще можно наспаунить Криперона или там зомбачка? Я не знаю. Пишите в комментариях, как можно наспаунить, например, зомбачка или Криперона, или кроличка миленького. Так, а я сейчас вижу много тростника и скелетона. Вот, ребята, как мне повезло, я скелетона увидел. Надо поспешить, пока у него лук не пропал и стрелы. Спешим. А где он сгорел? Ну вот, мне повезло, я хотя бы две стрелы прихватил, чтобы у него выпал это... Чтобы у него выпал лук еще, это надо его самим убивать. А так ничего не получится. Так. Я еще нашел просто королевство водорослей. Ужас. Водоросли полнищие. И вон та рыба, которую мы видели в прошлом выпуске. Да, страшная рыбешка. Такая вот. Интересная. И, кстати, у меня появилась новая идея. Если вот эту, вот этих убью, барашков. Давай. Получай. Открыть новое достижение. Можно смастерить кровать. Все, это мое все. Так, где еще овцы? А вот еще овца. Овца. Давай мне свои вещи. Меня не нужнее, чем тебе. И сзади такой из-под тяжка. О, овечка, спасибо тебе за
все, что ты мне дала. Спасибо. Так, теперь идем в деревню. Буду спаунить себе кровать. Мне она нужнее, чем всем. Ночь наступит, быстренько так лег поспать. А ты чё от меня убегаешь, кролик? Ах ты, кролик! Не на того напал. Я умнее, чем ты. Знаю, что тебя можно туда заманить. И, кстати, сейчас я буду печку крафтить к себе. А мне печка тоже очень нужна. О, ребята, у меня теперь есть печка. Да-да-да, без печки я был никто. Кстати, а где мой дом? А куда я его дел? А, вот он. Около разрушенного. А рычаг? Блин, я рычаг потерял. Отлично. Жаль, рычаг хороший был. Я на него копил инструменты все свои. Так, ну что, и сейчас мы будем обновлять все. Так, вот эти штуки мы блоки уберем. Этот булыжник сюда поставим. И вот этими сделаем к нашему, сделаем проход. Домов у нас будет завались. Короче, один дом в многим домов. Так, сделаю наш дом получше. Для того все эти блоки копил, чтобы сделать нам дом хороший. Так. Ну, уже хоть что-то. Какой-то дом уже появляется. Вот это вот просто у меня терраса будет для просмотра там чего-нибудь. Такого хорошего. Так, ну значит, у нас почти дом-то готов. Осталось сделать всякие там. Мне нужно сделать потолок. У этой террасы тут у меня кровать будет. Отлично. Вот так вот. Хорошо, что я блоки коплю. А то это, если блоков не копить. Ну, а, нет, мне этот блок нужен будет. Так, значит, все идет по плану. У меня тут все готово уже почти. Оп, оп, оп. Ну и последние блоки окончательные. Ой, я чуть не свалился, ребята. О, как хорошенький такой домик у меня. А давайте сейчас попробуем с разбега прыгнуть. У меня что-то не получается. Нет, и не получится, значит. Так, ну чё, будем строить кровать. Кровать, кровать. Мне нужна кровать. А где кровать-то? Я чё ещё на кровать не накопил? М-да. А я думал, сейчас кровать открылась у меня. Я шерсти заработал. Ладно, возьму свою печку. Возьму свой верстачок и сейчас что-нибудь смастерю хорошенькое по хозяйству. Так, ну все, блоки закончились. Что же делать? Ну, у меня тут есть одна земля, один этот и один вот этот вот. Однезит какой-то у меня. Вот это сюда будет, это вот сюда. Ну вот, нормально. И факел не забуду. У меня факел упал. Надо быстро бежать за факелом. И быстро назад. Так, готово. Все жители что-то там уже спать хотят. Жители. Опа, он там хлеб выбросил. Берем меч. Меч, меч, меч. И будем сейчас там что-то делать. Там что-то выбросил вроде. Нет, ничего не выбросил. Так. А что я хотел? А вот что я хотел. Давай. Есть! Что-то вроде такого у меня уже все есть. Эй, жители, не забегайте в мой дом.
Но ты не смей сюда зайти, это мой дом. Так, вот у меня 5 факелов. Отлично. Готово. Остался один факел, но вот сюда я его поставлю. Будет у нас тут... Сделаем что-нибудь сейчас. 2 этих блока. 3 белых блока. Оранжевая шерсть, еще варианты. Прибавлый клик. Еще проклик. Ну тут все такое вот неудобное. Сахар, красный краситель, пшеница, ножницы. Ну тут много чего. Всякие блоки мне даже нельзя сделать. Самое обидное, я рычаг потерял. Ну вот, сахар сейчас сделаю. Мне сахара много нужно. Тростник я не жалею. Тростника у меня полно еще. Так что я смогу все сделать. 5 уже. Ой, я не то взял. Вот тростник. А сколько у меня там еще? 5 тростника. Ой. Что-то я не то беру. Вот еще 4. 3. 2. 1. Все, последняя штука осталась. Все, больше тростника нету. Интересно, как можно использовать тростник? Посмотрим. Тростник. То есть сахар. Оп-оп-оп-оп. Ну, ни в чем, значит. Кстати, вот. И вот эти еловые ступеньки мне зачем-то не нужны вообще. Я их собрал из своего прошлого дома. Мои еловые ступенечки. Опа, это что, свекольный суп? А как он делается? Так у меня же тарелки-то нету, зачем мне свекольный суп? Вот это да! Как их тут много всего такого вот. Ребята, смотрите, как много! Это что, щит? А как его сделать? Нифига себе, щит как делается. То есть мне что, сейчас на лопату хватает? Ну, мне пока лопата не нужна. А как это сделать? Сноп сена. Ну, давайте возьмем сноп сена. Готово. Это вот. Ну, все, я всю бумагу использовал. Так бы мог сейчас бумагу. А ведро как делается? Блин, что ж я не подумал-то? Железный слиток. Как его добыть? Ничего, я, кажется, знаю как. Так. Есть. И справочник. Железных слитков сейчас будет дополно. Очень много сейчас будет железных слитков у меня. Ну, все этого, может быть, хватит. Ну, тут вот я еще уберу слитки. То мне они вообще не нужны ни к чему. Есть, готово. Верстак. Железные слитки. А как это делается? Так. Ведро. А я что набрал? Каменная плита я набрал. А вот зачем для этого нужна каменная плита? Все. А у меня сколько палок? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 нужно. Ну, вот сейчас еловую штуку придумаем. Еловые доски. Интересно, что можно вообще собрать из еловых досок? Нет, кажется, уголь. Вот так вот. 2 палки. Не, я не хочу вот так вот. Я вот что-нибудь такое вот хочу. Огород, может быть.
Если можно пшеницу, конечно, сделать. 9 пшениц, столько сена. А где мне столько сена? Что я его тоже потерял. Так, так, так. Ну ладно, бог с ним. Столько сена. Зачем мне вообще столько сена? Я лучше хлеба себе наберу. Класс. 9 хлебушка. Я на свой страх и риск, конечно, но... Кто же откажется от лопаты? Ну, никто. Может быть, чем больше достижений, тем лучше. Я так думаю. У меня тут еще даже много. Хлеб. А вот. Ну все, у меня полночь хлеба будет сейчас. Вкуснятина. Опа. А как кровать сделать? Как надо. Я-то думал. Но вот это нам пока что пригодится. Опа. Тут целая шахта этих штук. Оп. Деревяшки. Нет, это не надо. Вот это, может быть, можно. Ой. Я уже далеко забрался. Нормально все. Теперь, может быть, и сойдет. Белая кровать. Понятно. Где мои деревья? Вот. Так, 4. Так, теперь. Кровать. Вот, ребята, все, мое достижение. Открыть новое, загляните в справочник. А, все, тут нельзя кровать сделать. Вот куда бы мне кровать сейчас сделать? Может быть, знаете куда, ребят? Вот так вот, все. Спи, моя радость, усни. Получи достижение, спи, моя радость, усни. Глазки закрой, тут огни. Птички уснули в саду. Вообще интересно так вот. Так, что я сейчас хочу сделать? Я сейчас пойду на свою печеварню, на мою печку. И знаете, что я сейчас там сделаю? Что-нибудь такое интересное, если что-то хватит. О, ребята, вы смотрите, я могу сделать камень, кусочек железа. Печеную картошку сейчас могу поджарить. Ну, давайте. На чем жарить будем? Ну, вот так. Давай, жарься, моя картошка. Я же забыл все пойти положить. Жарься, моя картошечка. Жарься, моя картошка. Ну ладно, все, пожарилась у меня картошечка. Древесный уголь. Еловые штуки эти. Камень. Что-то там могу на камне что-то пожарить. Ну, давайте посмотрим, что будет. Я все равно дерево могу тут нарубить столько, что улет будет. Так, ну и что я получаю? Я получаю обработанный камень, ребят. Действуйте, как я. Засовывайте в камень в печь и получайте обработанный камень. Ну там, берите деревяшки всякие такие. Ну так, ну что, я... Нормально тут уже все устроилось. Сейчас у меня подгорит тут все. Новый рецепт. Сейчас все сделается. Так. Все готово. Жареная баранина. Мой игрок сейчас так захотел есть. Ужас. Я тебе сейчас хлебушка дам, не волнуйся. Все, кушай. Ну, покушал, молодец. Ты молодец, покушал. Так. Так. Что я теперь сейчас буду делать? Я пойду исследовать. Исследовать хочу. И так классный дом. И вообще класс. Как так можно задуматься? Но мне еще кое-что надо.
Кстати, вот, когда у меня появилась печь, помните, там плитки рубил? Вот у меня они сейчас должны были остаться. Вот, 11 плит. Смотрите, я думаю, что сейчас можем на печке сделать что-нибудь такое из этих плит. Мясо нет, это изумрудные такие штуки. Ну, давайте попробуем, что будет, если вот это вот каменная эта штука и на этой. А нет, не получится. Ну тогда, ребят, знаете что? Давайте я кое-что придумаю. Ну вот давайте сейчас еды нарубим себе. Вот этими штуками, их не жалко мне. Так, так, так. Жители, не рубите у меня, я сам хочу поесть. Может быть. Картошка, картошка, милая картошка. Вот, выросла на радость всем. Только жители что-то не успели. Забоялись, наверное. Пшеничку посадим. Вау, сколько пшеницы, ребят. Столько пшеницы из-за дождя. Вот это да. Картошка. Вот еще что-то. Давай расти всем на радость. Все эти штуки-брюки. Все эти хлебцы. Вот так. Красота. Посадил, пусть растут. Жалко, костной муки нету. Я бы сейчас так быстро вырастил. Да, вот, ребята, ну это была очень классная игра. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. С вами был Лев.